Thank you.
А ты агент без прикрытия? Агент без прикрытия, что? Не замужем, мол. Работает. Я тоже не люблю дом 2. Я так символ один раз. Я услышала, как дом 2.
получено. Губка. Это губка. Губка, правда, не сыр. Это губка. Вау. У меня обязательно не больше. Всю жизнь, всю жизнь. Ты думал, это сыр? Я думал, это кусок сыра будет. Это губка, губка. Я подхожу к сыну, говорю, вот мы с тобой смотрели. Главное, его мороз-то заставил смотреть, вот прям принудительно, говорит, сиди и смотри. А еще? Мне нравится. Мороз вот этот, ему сказки не нравится. А вот этот Спанч Бобс, вот этот, вот это, вот это, вот это, вот кусок сыра. А куда, когда ты можешь, а когда тебе нравится? Это вообще кошмар. Когда пёс выйдет, это у меня будущий смотрит. Я тебе говорю, если это кусочек сыра тебе нравится, ну ни слова не сказал. А когда ты знаете, кто у вас? А как это губка вообще, да? Медведи будет. Зато значит, вопрос о том, на чем я поеду, отмотай, если со мной барабан приедет. Порш Кайен. Спадает. Мы там на заднем сиденье разместились в Шербаю. Ты же обещал мне отвезти домой. Ты что, все смелась, вы не первости. Галя может подтвердить, да, Галя? Без проблем. Как скажешь, если она будет, это будет. Thank you.
Кто-то мы верим, что почет в слово придет.
Да. Так, я расскажу.
Thank you.
Я
Thank you.
Член комиссии остается однозначно с решающим голосом.
эшафот напишем вот здесь, вот здесь, когда будет Thank you.
Спасибо.
Thank you.
Thank you.
Да, вот мы. Очень правильно. Ну, первое я запомнила, потому, по правильному, вот здесь вот она 0-0, вот четвертый 0-0 идет. Вот тот правильный, вот тот неправильный. 0, ты что, 0 отдала бюллетени в день выборов? Ты прочитай, Зорь. Вот
будем оказывать. Мы должны показать камеру и постанову. Да, и сушим камеру. Первый протокол. Президентский, да, только мэровский не надо показывать, потому что идет транспорт. Президентский это потом уже. А, да? Да, да, все. Все, да, да. Избирателей? Нет, она не бюллетень.
Надо снизить.
у ментов с машины били. Да, ну и как бы, да.
Thank you.
Да, я уже я оставлял тогда на них. Куда убрали? Они удобно были, они все полностью полезны. Ты видела ее? Что, да нет, это тут пакет. А вон они, вот они, вот они. Да. Нет, открывал. Зачем? Там их открывали. Нет, на то, что их похож. Блин, ты что, они удобные? Она как там тоже. Ну, видите, когда эти пакеты были, а тут такие слофаны были большие. А вон и жарко. Нет, это пакеты. Были где-то удобные пакеты. А, знаешь где? Они там коробки были. Вот они там в маленькой комнате лежали. И коробки сбоку стоят, вот эти скотчем обклеенные. И мешки там были. Нет, что-то я там не нашел, не видно ее. Я что, я с вами не еду, не буду так. Я не могу.
Я пошла, я еще не упаковалась. Куда вы пошли? Вы документы все приготовили. Грызи не любите. Грызи, выходить можно, когда там болезнь? Ну, не забудь. Большой, сейчас. А что вообще надо еще? Стань, ты готова? Они велили. С мальчиками ешь. Да? Так, члены комиссии все ждут здесь. Если что, я звоню любому этому. Потому что даже поговорить с подростками, в любом случае мы нам электропризер. Все, вся документация. Ребят, по минимуму вот обшнимите, вот это уберите. А у вас... Я на машине.
Может, ее сюда вот занести, в эту комнату, все это занести. Ага. И вот я имею в виду. Спасибо. Да, я хочу. Один день.